ми зробили за годин життя клубники? Ну це не это, вот так вот, вот хорошо, да, и получается немножко. Короче, блядь, вот так сделаем. Короче, побухали немножко, повеселились. Инсайт лучший, на самом деле, почему-то я не знаю, так мы решили. Говори, чего ты молчишь? Вот что может сказать человек, который всю ночь провел на солнечном ночном Казантыпе. Вот. Фотографируются люди. Мы тормозим, не знаем, что делать, встречать рассвет, бухать. Или черт его знает. В общем, что-то сейчас будем придумывать. Вот. Косить. Снимать тёлок, косить под иностранцев. Дают, говорят, да. Я вот тоже думаю, что давали. Вот петушок. Очень опасный. Он может кидаться на людей. Вообще он кидается на людей. Так, нет, он кидается на людей. Это опасно. Существо очень опасное здесь. Ну, он потому что такой... Очень-очень опасный. Он, короче, с такими яйцами, походу, пиздец. Да, у него даже яиц нет. Это ужас просто. Я его боюсь, честно. Вот. Короче, начали разводить тёлку на троих. Вот. Где сигареты? Так я тебе их отдал. Нет. Ну как это я тебе отдал сигареты и зажигал? Да. Вот. Олег уже, короче, сигарет крысанул. Ну все, заканчиваем наш ебаный репортаж. Заебало. Все заебало. Тормози уже все.